Просто пиздец. Занимайтесь, расскажите. Работаю. Кем? Кем ты работаешь? Ты кем работаешь? Ты помощницей бога работаешь? Кто ты? Спонсор данного видео CSGOLIGHT.RU. Самая лучшая рулетка по CSGO Dota 2. На сайте есть режим Fast Game, быстрый способ приумножить свои скины. Сайт примет ваши скины из CSGO, Dota 2, Team Fortress 2. А также при пополнении баланса через платежные системы Kiwi, Яндекс вы получите бонус 20%. Выигрыш можно вывести на такие платежные системы, как Kiwi и Яндекс кошелек, либо скинами в Steam. Да, ни молик не смог. А как это происходит в CS-ке? Что за игра? Ага, это же 2D, блядь. О, блядь, чё? О чём это я, блядь? Хлебну-ка я чайку и завалю ебальца. Ваше здоровье. Ух, степангеры забавные, ребят. Я же говорю, я месяц не играл, я не знаю. Блин, линза выпала. Ладно. Офигеть. Все заработало. Так что как железное правило, прежде чем что-то предпринимать, просто передерни. Реально, работает железно. Да. Вторая Жиза. Проблема. Ответить. С тёлками вообще надо как? Вот ты её вначале заинтересовываешь, она вроде как тебе отвечает взаимностью, а потом начинаешь её игнорить. Да, надо игнорить. Максимально нет, показывайте, что вы чисто неподступный уебан. А нет, если она начнёт к вам клеиться делать. Уже после того, как вы сначала приклеились к ней сами ушли, то заебись. У вас все охуенно будет. Ее типа. У меня все отношения так начинали. Бесит, какого хрена? Хуйня. Хуйня. Берешь, игнорируешь, и она такая, типа, ну ебать. Ну и пошел нахуй, другого найду. Ну, у меня не так. Бро. Не... А, да, помню, блядь, имена. Хочу передать привет маме, красный. Братишка, я тебя смотрю, ты на Твиче, сладкий мой, давай я. Какой же у тебя на самом деле охуенный голос, пупсик? А я просто пожелаю чата вот так вот взять, просто чтобы была точнее возможность вот так вот взять и закинуть 100 тысяч. Хорошее пожелание. Мне кажется. Нравится, что делает этот чувак. Он нереально годный. Вот в плане качества и в плане... Вот мне очень нравится, что он делает и во что он играет. Очень нравится. Спасибо большое. Я вас люблю. Тут все пьют за наше здоровье. Ну ладно, хорошо. Ой, так прикольно выглядит. Я заклеила, вернись. Ну вернись, ну камон. Ну не надо блюрить. Ну пожалуй, ну давай. Ну давай, еще чуть-чуть. Ну еще чуть-чуть поднатужься. Давай. Давай, у тебя получится. Ну давай, ну фокус, ну что ты, ну что такое, ну зая моя. Ну давай, вот она я, вот она моя ты зая. Да ты охуела, мразь, камон. ДД, пожалуйста, снизу. Ага, иллюзии на топе, скриньте. Так всегда бывает. Просишь ДД снизу, иллюзии на топе, класс. Блять, это ВРК озвучкала сейчас была. Я подумала, это я. Ага, иллюзии на топе, скриньте. Так всегда. Двигаясь вперед, мой колчан полон. Не сейчас. Уже иду. Ой, нет, хуя. Уже иду. Вот так. Бывает, просишь ДД снизу, иллюзии на топе. Еще одна стрела в колчане. Классика. Игру проходил 3 раза, пацаны. Три раза проходил игру, знаю, как это работает. В прошлой игре ультракил сделал на реке. В этой игре чуть-чуть не повезло. Ну ладно. Let finish this. О, гримани! А потомки что, пацаны? А что, не хватает денег, что ли? Спасибо. Чувак. Блядь, я очень хочу доту озвучить. Чуваки, у меня есть... Я очень хочу озвучить какого-нибудь персонажа в доте. Мне кажется, это будет вообще охуенно. Блядь, что, 23 часа уже? Блядь, закрыли магазин, ёбаный. Ладно, ухожу. Но все, не продавай мне свои Дэрил палку, блин. Пожалуйста. Блять, ну нет, я тебя... Нет. Давай! О, нихуя, спасибо! Спасибо. Встречается как-то раз два заики. Один такой другому говорит. Ха-ха, да-да-да-да-да-да. Давай поспорим, что ку-ку.
Привет! Нет, не стирала. Я еще не стирала, я боюсь ее стирать. Спасибо большое, Эдбо, спасибо. Куплю. Я хотел дров Сульверку озвучить. Привет, Тиса. Сигареты и не заикнусь. Другой такой говорит, давай. Значит, первый такой подходит к ларьку с сигаретами, набирает такой воздуха и такой говорит, парламент! Ему такой дают парламент. Второй такой, значит, подходит, такой набирает воздух, такой, ЛД! Тетка такая говорит, вам синий или красный? Спасибо, Николай. Спасибо. На, он такой. Спасибо. Сука! Нормально, дихаем. Проверка просто. Фига звуки, бля, очень неудобно. Наш, больно. Выйди и посмотри просто на нас так. Просто вы. Ты, блядь. Ты в порядке? Я да. Что это за ребята? Все хорошо, Максим. Чувствуешь? Что-то я тебе не верю. Ты как будто бы не срал две недели. Ты очень сильно сдерживаешься. Когда не срешь две недели, у вас такое лицо? Сейчас не верю тебе. Не наподлить. Я не верю тебе. Да, доставка МХДВС очень дорогая. Но типа это стоит того, чувак. У них охуенный шмот. Это должны заметить, это очень круто. Это охуенно. Все хорошо. Блин, 27 сантиметров у меня только в заднице было. Это в чате написано. Привет, Ютуб! Здорово! Я тут подумал, а почему бы не начать первый выпуск плюс 100-500 в этом году с чего-нибудь мерзкого? И решил, а хули нет? Поэтому речь убирайте всю еду, срыгивайте то, что успели съесть, и неприятного вам просмотра. Чего собаки пердят? Можно спокойно персонажа для какого-нибудь. Давай, удачи желаю. Кстати, Сигал сейчас будет трогать письку. То есть я все время, у меня вот все время, когда говорит, что в туалет идут мои друзья, например, я такой думаю, блять, они же письку свою сейчас трогать будут. Жесть. Вы просто. Так думаете, когда сюда в туалет ходит? Фу, ногти. Блять! Витя, не раскрепай, как партии кашу! Да ебать! Я что сижу, блядь! Нахуй ты речку тут сыпишь, блядь! Ёбаный дебил! А у него попка накачанная, качок парень такой, да, знаете, блядь. Это пиздец, ебать моя нёба! Тайкон но татсюшиндрам фанс 4300. 4300, но это что-то должно быть восхитительное. Это ритм игра. С 4300 я лучше дома посижу, лучше песни попишу, ебать. Ох, блядь. Которую можно открыть с помощью кнопок в левом верхнем углу экрана. Когда владелец Divine Rapier погибает в первый раз, чаще всего это и последний раз. Поэтому киньте ему 4 репорта. Ты же запасал. Я хилюсь. Еще ебнем. Там еще один нас сражает. Коцный. Ебать, я испугался, нахуй! Пиздец, там скример, блядь. Ебать, сори. Когда на гудроке бегать, я хз, если не общаюсь. Hey, ту. А что за песня? Тати. Красава, парень, молодец, талантливый. Я люблю творческих людей, круто. Красава, парень, реально. Надо лечь. Да не тебе, дурак, это мне сказали, ты чё? Дай стайминг. Лёг, блядь. Больно. Сколько там должно быть бабок, серьезно, блядь? Это на счетах там, наверное, ебать, миллиарды, что ли, должны быть? Я не понимаю просто.
Пиздец. Занимайтесь, расскажите. Работаю. Кем? Кем ты работаешь? Ты кем работаешь? Ты помощницей бога работаешь? Кто ты? Кто? Кем можно работать? И типа, да кем? Кто ты? Ты, блядь, тебе подарки нахуй 8, 6 лямов ебать. Просто на ней сейчас 8 лямов. Реально, я вот говорила, что типа вот когда грабят, типа лол. Если нет бабок, снимай, раздевай. Хелье рядом посадить? Хелье рядом посадить, когда я играю в игру? Ты что, идиот? Я когда ему сказала, Серёж, мне страшно пойти пописать, ты можешь сходить со мной? И он сказал, хорошо. Конечно, пойдем. Я такая, ну, Серёж, хватит, прекрати. Только он такой, иди первая. Я такая, блядь, ты что, дурак, что ли? Вышла. Он такой, ха-ха-ха-ха! Закрыл дверь в комнату, передо мной оставил меня одну, блядь, в комнате темной. Я такая, ты что, идиот, что ли? Вернись, бля. Не только сидеть, играет мудак, а, блин, вспомнил, круто-то. Он вообще, вообще конченый. Пока мы шли, он говорил, ну как тебе? Это же всего лишь темнота. Это же не так страшно. И так меня еще тряс. Тряс. Господи, что, прямо сейчас? Что, уже, да? Господи. Господи. Уже, Боже, да? Как красиво выглядит с таким досветом. Я готов. Господи, есть же сено на небесе. Все, да? К апостолу на прием пошел? К апостолу Павлу, да? Господи. Я всегда знал, что я туда попаду. Господи. Кто лайк не ставит на ютубе, тот... В ад попадет, в ад! Сдохни, сдохни, Гариваду! Учился и думает, два гитары флекса. Солнышко, если ты хочешь пообщаться со мной, ты всегда можешь найти меня на моем дискорд-сервере. Я отвечу на все твои вопросы лично, а ссылочка в описании. Okay.